Ураган Мария со скоростью ветра 65 метров в секунду обрушился на Карибский остров Пуэрто-Рико, принадлежавший США. Это сильнейший ураган в регионе за последние 90 лет метеонаблюдений. Как сообщают очевидцы, от сильного ветра в городе Сан-Хуан затряслись дома и сооружения. Остров полностью лишился электроснабжения. Губернатор Рикардо Расселли заявил, что в нашей новейшей истории мы не подверглись подобной масштабности. Помимо основного населения в 3,5 миллионов человек, на острове также находятся жители соседних островов, которые были вынуждены покинуть свои дома вследствие урагана Ирма. За всю историю метеонаблюдений в Атлантическом океане ураган Мария стал восьмым самым разрушительным ураганом. Второе место занял ураган Ирма, скорость ветра которого достигала 83 метра в секунду. Как говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Как Луна затмевает собой Солнце и кажется большой и значимой по сравнению с ним, так и политики прикрывают от людей действительность надвигающихся неизбежных глобальных катаклизмов, прикрывают тем, что приковывают внимание людей к чему угодно, рукотворно созданному закулисными сценаристами и продюсерами для театра мировой политики, которые искусственно разжигают и поддерживают распри между людьми, создают конфликты, продовольственные, экономические кризисы. Искусственно создаются нестабильные условия для существования людей, которым проблемы собственной страны, Луны, временно прикрывающие Солнце, кажутся гораздо больше и значимее, чем реальные проблемы Земли и существования рода человеческого – Солнца. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.